Всем привет! Сегодня делаем драники с крабовыми палочками. Да, блюдо не совсем диетическое, но зато очень вкусное и сытное. Кому интересно, оставайтесь со мной, ингредиенты я укажу внизу под видео. Для начала измельчаем луковицу. Я это делаю в измельчителе, вы же можете просто мелко порубить ножом. Далее картофель натираем на крупную терку. И добавляем наш измельченный лук к картофелю. Сюда же добавляем соль по вкусу, черный перец и перемешаем все. Крабовые палочки либо крабовое мясо нарезаем мелко. Также можно натереть на крупную терку. И все это еще раз хорошо смешиваем с картофелем и луком. Также отправляем одно куриное яйцо и муку. Муки добавляйте столько, чтобы масса у нас не была слишком жидкой. Но и слишком густую ее тоже делать не стоит. Все хорошо перемешиваем. У меня ушло 2-2,5 столовые ложки муки. И получилась вот такая вот однородная масса. Она не жидкая, но и не густая в то же время. Далее разогреваем сковороду, наливаем растительное масло и в разогретое масло укладываем примерно столовую ложку нашего теста, так сказать. Разравниваем, чтобы придать им более-менее круглую форму и ставим на плиту на средний огонь, даже можно меньше, на 3-4 минутки. Как только у нас краешки подрумянились, переворачиваем и еще на 3 минутки на другой стороне. Выкладываем готовый драник на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло. Ну а далее повторяем с нашим тестом все то же самое, пока оно не закончится. У меня получилось из данного количества теста 7 таких вот больших драников. Подавать лучше, конечно же, со сметанкой, либо с каким-нибудь сметанным соусом. Вот такие вот они получаются, мягкие, ароматные, очень вкусные.